По всей земле. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Бернли встречается с Лидсом. Мы видим состав команды хозяев. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Стивен Дефур. Может быть интересно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Есть удар, бей. Это старое футбольное правило, еще никто не отменял. Здесь футболист попал в створ и не прогадал. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Из этой атаки может получиться удар поворотом. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Джек Кор. И выбивать надо мяч. Выбит мяч из штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пас на ход партнеру. Джек Кор. Тут защита справляется с потерей мяча. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Теперь в атаке соперник. Может получиться интересная атака. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. Навес в центр штрафной. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это шанс! Забивай! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча. Уже два гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. Два-ноль. Самый нелюбимый счет. Фабио Капелло. Посмотрим за этой атакой. Атака остановлена, но... Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Предупреждение получает игрок. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Ну, как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Переборщил тут тон силы, мяч мимо ворот летит. Плохое исполнение и момент упущен. Ну, ничего, случаются и такие промахи. Гудмунсон. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. Дефур. Гудмунсон. Потеря. Все, в оборону. Аарон Леннон. Леннон! Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово. Аарон Леннон.
Опасный удар головой. Прямо над перекладиной мяч прошел. К счастью для вратаря, если бы удар пришелся в створ, скорее всего, был бы гол. Грамотный пас, все по делу. Подача, чей мяч? Вратарь первый на мяче. Момент для удара. И нанести точно удар. Дефур. Это может быть опасная атака. Навес в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. В штрафную подачу есть там кому сыграть? Да, это называется добрый вечер. Удар у него явно не получился, видимо...